же, всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами как обычно я Леоплей. И сейчас я говорю очень, вообще вот так вот, знаете почему? Да потому что сейчас я включу легкую сложность, потому что я находил деревню, и мне осталось найти только курочек. И мы, в общем-то, господи, что это такое? Я туда не пойду. Так, значит, вне серии, ну, да, это было вне серии. Я, в общем-то, нашел, как бы, еще, так сказать, более-менее прикольное место, типа саванна, типа, сказал, вау, круто. И тут бац, я в 8-й серии, наконец-таки, все старания были пробыты не зря, но все-таки, как бы, я еще нашел себе нового питомца. Я его буду звать Гарфилд. Где Гарфилд? Вот Гарфилд, потому что он вот такой вот няшка. Давайте-ка мы просто по-быстренькому будем вот так вот ходить. И... Блин. Мне страшно за меня и за Гарфилда. Но знаете что? Еще один плюс. Я в скорое время не смогу все-таки приручить этого львумбу. И я лучше стану слоном, потому что у меня хпшек чуть побольше, чем у тигра. Поэтому, ну, смотрите, вот, надо успеть к 10-й серии, а то вдруг потолстеет. Я вам даду спойлер, он не потолстеет, точнее, он не похудеет. У нас будет хищный слон. Верно, мой друг? Он сразу убежал. Неужели такой страшный слон? Видать, он посмотрел на мою кожу и подумал, что я старик, я хозяин, который... А, нет, он все-таки меня не боится. Гарфилд оказался очень пухленьким. И я его назвал Гарфилд. Не просто так, он меня сожрал почти всю рыбу. Но, слава богу, что еще есть такой мод, я сюда установил, типа чума. Вот, кстати, из мода Reds, типа блок сыра. И мы, короче, можем здесь много всего сделать с крысами. Все. Плотоядный слон уже здесь. Вы только посмотрите на этого огромного старого морщинистого пухлого поцика. Я думал, что это мамонт, который сбрил у себя всю свою вот эту кожу. Точнее, как кожу, а мех. Типа, уже знаете, круто уже, когда я встретил Гарфилда в 8-й серии. 8-я серия. Ой. Здесь у меня просто рядом лежит мышка другая, просто вот эта вот, ну, которая заводит там для котов. Просто у меня раньше был кот, поэтому вот так вот это все делается. Так-с, давайте-ка мы, пожалуй, пойдем вот сюдашеньки. Так, если честно, у меня есть карта, поэтому, если что, то такой чувак, как я, прошел за 20 с чем-то минут отсюда, блин, отсюда до следующего чекпоинта, и потом это все уже происходило сейчас. И вот от этой вот деревни, которая, кстати, очень далеко находилась, а там что, кузница есть? Нет, там вроде бы нет кузницы. Так, ну, если что, мы найдем в будущем дом, и мы нему идем. Вот, кстати, метка этого домика. Так, если рядом будет чекпоинт Lion, то, значит, мы очень близко. Потому что чекпоинт Lion, типа, означает, что здесь рядом львы и все такое. Кто смеется здесь? Гиены! Вот это да! Поцики! Гиены! Вот это да! Я никогда не видел гиен в Майнкрафте. Гиена в Майнкрафте. Давайте-ка мы попробуем его замочить. Сколько у меня хп? Вопрос. Сколько у гиены хп? Блин, это же гиена, really? А, у нее мало хпшки, поэтому мы станем снова слоном. Слон, который решил... Господи, боже мой. Это же ужас, чё? Это Спарта! Так, я, кстати, возможно, даже знаю, из какого они мода.
Это не Zoe Twilight Animals Mod, там, наверное, есть вроде бы гиены, возможно, и нету гиен. Ну, короче, там вроде бы нету гиен. Или я их пропустил в своем обзоре моды. И да, кстати, мод на больших кошек, к сожалению, не будет, потому что там ничего делать. Ну, в этом моде Mock Raiders. Точнее, там есть что делать, но там... Что это было? Гарфилд, скорее, ты знаменитость. Поэтому мы побежали, пожалуй. Интересно, сколько хп у голема? Ё-моё. Жалко, что я не установил мод, который, типа, не дамаг-индикатор, типа, сколько хп, а вот этот вот мод, который, как его там, который Никиту там делает, который, ну, из обсидиана, там, из бедрока даже можно сделать всякую... О, господи, я сам испугался, что я так страшно кричу? А? Рыбу дать? Пойдем за мной, друг мой. Пойдем за мной. Что-то мне как-то уже страшно становится, потому что он все за мной повторяет, и это не круто. Давайте-ка мы снова возьмем наш светящийся меч. Не знаю, почему он светится, но допустим. Это очень интересное путешествие, где мы найдем наш дом. Очень интересная история. Ну вообще деревня мне реально была нужна для того, чтобы найти только, блин, морковку. Господи, я столько времени потратил ради морковки. Ну и ради, конечно же, блока сыра, потому что у нас сейчас год крысы, а мод называется Reds. Поэтому я буду говорить чуть энергичнее, потому что... А, господи, что это вообще происходит? Ужас какой. Сколько у тебя хп, чел? Так, 9. Ну ты... Хочешь, чтобы я тебя кормил? А, блин. Что за фигня? Так, давайте-ка мы съедим вот эту штуку. Что за... А, я понял, всё. Не говори, что я тупой. Так, давайте-ка скорее убегаем от этих браконьеров, а то... Ну, вы знаете, как говорят, типа, о нет, убегаем. Ладно, мы так не будем делать. Так, пожалуй, мы пойдем вот сюдашеньки. Ну, в принципе... Слышали эти звуки? Что? Заткнись, слон! А, тебе. Так, ну, видите, мы очень близко даже пришли. То есть мы такие вот мастер-класс. Котики. Да, кстати, на то, что будет год каналу, я сделаю, типа, вот такие вот... Что? Что? Это как понимать? Эй! Это снова деревня? А это та же самая или какая-то? Не, это другое. Это 100% другое. Так. Блин! Я тупой, я слепой. Я дурак. Ой, дурак. Вот еще. И, кстати, я все время прихожу в деревню на рассвете. Так, пацан. Как там? Котов призывают кыс-кыс. Так, ну мы не будем. Вот, кстати, это чудные доктора. Чудные просто. И за них дают достижения. Вот. Вот оно, кстати. Да, это, кстати, мод Reds и чудной доктор, я его называю чумной, точнее, я его называю чудной, ну, чудной, потому что он очень чудесный. Ладно, давайте-ка мы посадим вот этот вот поцика. Блин, я очень умный, конечно, овощ. Поэтому, ну, пожалуй, семена пшеницы нам не особо, что ли, нужны, или нет, или да, или... Короче, я не знаю. Нам эта фигня не нужна. Нам кирка обязательно нужна, это прям обязательно. Вот эта вот кирка нам не обязательно, у нас есть железная кирка, поэтому
Ну, так все говорят, типа, щит. Сурикаты! Тимон и Пумба! Та-да-та-да-та-да-та-да-та. Тимон и Пумба. Жалко, что я здесь в летсплее мало видел Пумбу, а Симбу вообще чуть побольше раз. Так, взяли сыр. Мышеловка. Типа, эти чумные доктора очень опасные поцки. Видите, какой он мощный? Вообще, что ты, быканул, что ли? Ладно. Пойдем, типа, пожалуй, на экскурсию. Текс. Я чувствую, что на меня еще какая-то тварь нападет, и я сдохну. А мой кот завалит их. Видите, как я все хитро продумал. Так. Не люблю обезьян в Майнкрафте. Страшно, что? Так, я знаю, это баг, который вам попался на глаза уже не первый раз. Это действительно тупо сейчас произошло. Это реально деревня, блин. Господи. Ох, блин, я же мог не идти на 1000 километров куда-то далеко. А я вообще к дому иду? Или я вообще куда иду? Ну, по идее, я иду в правильном направлении, но... Ну ты и урод. Так. Все, гасим. Гасим. Все, команда работает. Какашки. Так, надо убегать. В разгар битвы мы не вмешиваемся, потому что мы знаем, что нам там не рады. Лев! Нет! Че, моему коту сделали что-то? Ну ты дебил, что ли? Ой, дурак. Все, я что-то не могу есть теперь. Ужас. Ужас. Все, ужас. Ужас. Что за ужас происходит у нас на глазах? Льва убили. Говно такие. Но ничего. Я отомщу когда-нибудь. Бедный лев. Жалко, конечно, мобов в Майнкрафте, но это мобы и это вот этих вот злых чудиков работа. Пипец, ящер мощный, очень огромный ящер. Так, надо скорее отсюда валить. Я чувствую, что это добром не кончится. Так. Это очень страшные вести, когда такое происходит. Прям вот сейчас вот в Майнкрафте даже это стрёмно. Так. Броконьеры! Ужас! Ужас! Кто создал этих мобов? Так, агрессионал. You агрессионал мобс. Я тебя спас, чел. Я добрый. Видать, они меня так благодарят, что ли. Такс. Еще один представитель семейства кошачьих. Вот он. Прямо перед вами. Самый популярный пацан в мире. И мы, конечно же, его в будущем доприручим. Блин, надо было все-таки здесь поставить чекпоинт лайн. Давайте-ка мы так и сделаем. Типа. Ты дурак или ты кто? Что, ты сейчас сдохнешь? 5 хп осталось. Ну ты умный, конечно, мальчик. Хотя я не уверен больше, что он сам. Хотя он так рискует собой, что прям сдохнет сейчас. Так, давайте-ка мы здесь поставим чекпоинт. То есть вообще. Пускай будет какой цвет бы выбрать. Давайте вот этот цвет.
или вот этот вот. Да, давайте вот этот вот. Так. Давайте-ка мы вот этот стерео и напишем здесь line. Нет, давайте-ка на русском. Типа, ну, там уже есть checkpoint line. А давайте, что это будет у нас просто лев. Да, это лев. Кстати, checkpoint лев довольно-таки близко к хате, я вам так скажу. Лишь одно меня радует, что я могу пройти здесь целых нескольких мобов. И, кстати, я где-то видел ягуаров, я их очень сильно хотел пролечить, но, ладно уж, лев так лев, выбрали свой выбор, никогда плохо не поступайте, потому что это вам вернется, я это знаю. Не типа я проверял, типа, это ужас какой-то. Блин, наш кот какой-то тигр, это было его назвать не Гарфилд, а тигр, точнее, как тиг. Просто тиг. Просто тиг. Да, Гарфилд. Очень странный кот, если честно. Обычно Гарфилд любит лазанью и все такое. Так, ну, я так думаю, что на вот этой вот ноте мы с вами закончим. Если вам вдруг понравился этот очень энергичный кот и вообще, в принципе, ролик, то поставьте еще раз лайк, чтобы не пропускать новые видео. Сухопутная акула и мудрый бобр вам говорит лишь одно. Поставьте лайк, иначе это добром не кончится. Ох, щет. Ладно, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, а я снова превращусь в поцика, потому что поциком быть тоже плохо. И всем до встречи.